Ну чё, здорово всем. Добрался я до игрушки. Значится, это мод, модификация, расширяющая серию игр «Сияющий жемчуг» и «Изумруд». Называется Sigma Platinum. То есть здесь все то же, что в ремейке, которые вышли относительно недавно. Только дополняют мир, расширяют, подгоняя его под рамки Pokemon Platinum оригинального, но с новой графикой и так далее на этом движке. Я начал играть Сияющий жемчуг, но мне маякнули, сказали, что он хорош, но типа не так много там всего, как бы хотелось. Попробую вот модификацию. Играю, естественно, через эмулятор. Поставил ее, и тут она вместо 30 FPS дает 60 FPS. Я не знаю, зачем это сделали, но так вот такая модификация. Ну и все дополнения, которые только могут быть, я посмотрю, с удовольствием сыграю. Так, это Барри. О, Алекс. Я тебя штрафую на миллион. Может быть, потом. Да, я помню. Я играл, у меня прохождение есть. Платинума. Я дошел до профессора Роуэна, где выбор стартовых покемонов. Потом буквально дальше я не продвигался. Говорим с мамашкой с его. Вот его домик. И этаж. Очень красивая тут графика, конечно, сделана. Это моя любимая часть серии. Я вот сколько проходил, играл, да. Мне вот нравится больше всего Pokemon Platinum. Понравился, больше всего мне запомнился. И Pokemon, наверное, Ультра Луна или Ультра Солнце, в какой я играл на Алольских островах. И все. Ну, конечно, я не прошел Pokemon Sheet, у меня там было, может быть, еще оно бы понравилось мне, эта часть, но что-то я подзабил, но у меня эта игра есть. Ну, так как это вышла игра новая, сейчас вышел Легенда Аркеус. Я немножко посмотрел, мне он не понравился, откровенно говоря. То есть там предыстория региона Синна в целом и происхождение каких-то там покемонов новых, там рулит Владыка Аркеус, покемон вселенной какой-то там. Так, ну что, и музыку, все они доработали, сделали под 21 век, под 2021 год, 22 год. Так, я помню, что сюда надо. Озеро Верите. Лейк Верите. Вот там озеро. Идем. Я выбрал там стартового Тортвига. Но здесь тогда я возьму другого. Пару слов о происхождении. Прощение. Доун. Пардон, надо идти. Смотрите, какая вода красивая. Алекс, надо вернуться. Потому что там в траве могут быть дикие покемоны. И это будет проблема. Посмотрите, какая вода слева сделана. Офигеть просто. Это этот... Профессор Роуна чемодан. Что же нам делать? Выбрать покемона. Да, вот они, покеболы. Вот он, Тортвик, я его выбрал. Так, этот мне вообще не нравится. Он пингвин, Пиплап. Да, пингвин, Пиплап. Поехали, посмотрим, что там.
А, да, тут написано, что еще покемоны подогнаны под свои реальные размеры, которые у них заявлены, да? То есть, если он там 30-35 сантиметров, например, он и будет отображаться примерно от такого роста. Бой. Что это? Удар. Бьет хвостом или там ладошкой, что такое. Смотрите, тут интерфейс даже похож на платину. Сделали, молодцы. Старли. Всегда мне этого не хватало, реальных размеров покемонов, чтобы они выглядели. А то одного роста с Ониксом, например, каменным, будет пиплап стоять, это не дело. Ну, посмотрим. Так, какого черта здесь произошло? Профессор убьет, это его в чемодан. И он вроде пуст. Теперь у нас будут проблемы. Пошли вернем покемонов, пока у нас не начались проблемы. Или вернемся с покемонами, или вернем их. Я бегать не могу, что ли? Не могу, кнопки жму разные, не получается. А как сейф вот так. Ой, какой классный интерфейс, понятно, все отлично. Посмотрите на него. Какая красивая тут графика сделана, все. Так, у него характер, скорость повышенная, защита падает, стат характеристики, скорости растет. Так, повышает водные атаки при малом ХП. Понятно. Вы выбрали, сделали выбор свой, верно? Да, он сказал, а там бла-бла-бла. Так, ну я думаю, что большинство диалогов я так и буду скипать. Особенно те, которые я относительно припоминаю оригинальной части. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, покемоны у нас остались. Нет, стоп. В лабораторию. Подожди, а я дома? Сэнджем Таун, иди со своим покемоном, доставь его туда. Если ты еще не сделал свой выбор, она дала мне башмаки бегуна. Ну или что-то такое. А, так и все. То есть он просто переобулся и бегает. А как тогда шагом идти? Нельзя. Напоминаю, что я играю через эмулятор. И может, если какие-то графические или еще какие-то проблемки будут возникать на экране, то это не моя вина, это такая эмуляция рома. Да, что поделать. Сама Switch стоит 22 рубля. Покемоны всякие там DLS и так далее стоят тоже пятерочку, наверное. Ну, около тридцатки. Новое, если все покупать, вам выльется поиграться. Чтобы все по уму, допустим, да, купить там комплекты все. Так, и чё? Есть тут кто? Пиплап у меня, да, остался? Есть, там Старли сидит в траве. Пиплап. Ну чё, давай. Чё, у него водяных атак никаких нету? Ага. Атаку сбрасывает. Это плохо. Толчок. Надо еще одного победить. Я не знаю, на каком уровне, что там открывается у него. Вообще не помню, давно не играл. В целом, в серию про покемонов у меня... Что тут, только они что ли сидят в траве, эти старые птички, или мне так не везет?
Вот опять начинается. Толчок. Шестой уровень. Ага. О, все. Водный пистолет. Давай еще одну, а? Что ж такое? Одни птички. Пип-лап. Ну-ка. А, ну вот. Замечательно. Стат атаки, она может сколько хочет снижать мне. Очков. Вот и до он стоит. Заждался меня профессор там. О, опять он. Ну и чего-то. Пойдем вовнутрь. А вон и проф стоит. Роуэн. Я вижу, что он счастлив. Пиплап, пусть будет тебе подарком. Хочешь ли ты его назвать? Нет. Твой друг Барри тоже сделал выбор. Бла-бла-бла. Ты дашь мне что-нибудь еще? Покедекс? Баг какой-то там? А, нет, у меня есть он уже вроде, да? Исследуй, заполняй статьи покемонов, которых ты встретишь. Сможешь ли ты сделать это для меня? Тем самым рекорд какой-то там сделать. Нет, Роуэн, наверное, не смогу. Ну что ж, начинай, приступай. Сейчас, а чимчара я возьму себе. Значит, этот самый Барри взял себе Тортвига. Ну вот, нет, покедексом я ошибся, он вот только у меня сейчас появился. Ну-ка, давай его заценим. Отлично, очень удобный, вот он Пиплап. Вот она Старли. Место обитания. Место обитания. Трава. Смотрите, как можно просмотреть, где кто находится. В шоке. Да, ловля покемонов, заполнение статей, это, конечно, отдельная тема. Ну что, на экскурсию повела. Здесь покемонов после битвы можно... Я знаю, это все знаю, я помню. Покемаркет. Так, она сказала вернуться, ну, если правильно понял, вернуться к семье, ну, домой. Давай это сделаем. Как все удобно, интерфейс, все хорошо. Жаль, что наши лодыри не переводят такие замечательные игры на русский. Я никогда не прощу это. Им никогда. Столько языков на выбор мне было. Китайский, японский, корейский, португальский, немецкий, французский, английский. Какого только не было языка. Три полных колонки. Я не знаю, сколько, я не сосчитаю, так не вспомню. И нет русского. Пидарасы. Ленивые мрази. Ну и что? Ага. Все-таки я правильно, что вернулся.
гайдбук. Ты всегда можешь вернуться. Вот этот журнал, в котором все расписано. Что такое? Мать Барри. Его здесь нет. Нет, его здесь нет. Он уже убежал куда-то. Алекс, если ты вдруг с ним повидаешься, можешь ли ты сделать что-то для меня? Барри, отдать пакет. Сумку, пакет, неважно. Что такое? А, вот, что было написано в гайде. То есть можно выбрать стиль, повседневный стиль. Это, во-первых, вон вверху написано. Покемон стиль, тьфу, блядь. Стиль алмаза-жемчуга. Скин персонажа. И скин платинум. Естественно, я его возьму. Все, так как мы играем Sigma Platinum. И человечек должен быть максимально похожим. Ну что, все. Карта тренера, карточка тренера. Налево, вернее вниз Twinleaf Town, направо Sanjum Town. Поехали. Все, человечек у меня. Посмотрите, мастер-класс какой-то тут есть. Контест, этот самый, выставочные какие-то ранги. А как мне просмотреть значки? Вот они. А вот и гейм-лидеры. Посмотрите, какие красавцы переделаны. Эх, ё-моё. Ну, погнали. Сказка тренера. Так. Прошу 219. И вода офигенно сделана. Антидот. Смотрите, какая вода замечательная. Не, ну понятное дело, блин. Тогда игрушку делали. В каком году она вышла? В 2009. И в 2021. В конце она вышла. В декабре. Под Новый год практически. Где-то так. А в январе 13 или 15. Вот, недавно. Легенда Аркеуса вышло. Ну, шляпа, я посмотрел, мне не понравилось. Так, можно купить покеболы. У меня сколько их? 0 поушен, 10 штук. Давай антидота купим еще маленько. Антипаралич. Покебол 200. Давай штук хотя бы 5 возьмем. Я что же, я не помню, что дальше-то. А, подожди, ну Доун ушла туда, наверх. 202 маршрут. О, итак, я тебе покажу, что такое ловля покемонов. Следуй со мной. Бидуф. Чимчар. Ну давай, показывай. Понятно. А то я не знал, как поймать его. Видите, в каждой игре есть такой гайд, вступление, обучение. Потому что если человек только решил, вот посмотрел, о, понравилось ему, он решил приобщиться, да, поиграть. Его встретят здесь дружелюбно и нормально. Потому что эта игра нормально, она про... Она дает
как сказать, кнут и пряник. То есть тут есть свои сложности, но есть и своя простота в этом заложенная. Так, опять Старли, что-то меня эти птички напрягают. Исследовал. Я еще я почитал, что здесь, естественно, нет хэм-атак. То есть покемона можно не изучать. Типа как, ну, в современных частях игр. Опа, Шинкс. Шинкс запугивает. Неплохо. Не будем ловить Шинкса. Хотя это перспективно, покемон электрический. Я помню его. Пипла прокачивается постепенно. Хорошо. Так, бой. Ну, поехали. Давай уже. Тристан. Старли. Я вам так скажу, что покемоны очень сильно шагнули вперед. Классно делают, очень... И стилистически, и в целом игрушки интересные. Ага, быстрая атака и ударил. Это было... Ты слишком силен. Да я тебя умоляю. Бой, бой, тренер, пожалуйста. Да давай, нет проблем. У меня как будто выбор есть. Натали. Беду. Бобрик маленький. Давай водомет. Ого, что он крепкий такой. Мало хп ему сняло. Я не знаю, первую серию запишу, наверное, минут 35. Посмотрю по весу, сколько будет вес выходного файла исходного. И потом уже для себя сделаю какой-то вариант. Чуть длиннее их делать или чуть короче. Да, на... Опа, также отмечается, да, new, чтобы ты предмет не потерял. У тебя восклицательный знак и отметка new, то есть, чтобы ты не запутался. Так, сильно что-то его покусали. Давай мы его отхилим. Вообще бы в идеале, наверное, какой-нибудь 10 уровень поднять, что ли, пиплапу. Бурми. Что это такое, я забыл. Ну, на вид это травяная херня какая-то. Я не буду бить водометом или ударить. Давай проверим, я не помню. А, нет, смотри. Не показал, что неэффективно. А что это такое тогда? И все, да, Логан. 380 монеток дал, хорошо. Бурми, вообще не помню, что это такое. Хиромантия. Еще один поушен. Билайф Сити. Ой, классная мусочка, такой городок. Ну что, ты ловишь покемонов? Нет. Тут есть тренер школа. Барит находится именно там. Наведайся к нему. Местный пакет-центр. Давай зайдем. Пошукаем здесь.
Эти игры про покемонов вообще для меня одни из самых лучших, я их считаю. Тут нет никакого насилия, никакой вражды, каких-то там матов и так далее. Они реально релакс доставляют, расслабляют. Музыка тут приятная. Битвы, да, напряженные бывают, трудные. Ну и все, это все челлендж. Это все тебе вызов как бы идет. Победить. Что это такое? GVS. Дальше пускает. Еще раз тренер. А, вот оно. Вон он стоит, Барри, я вижу его. На, пакеты тебе притарабанил. Да? У тебя что-то есть для меня? Пакет, говорю, держи, и все. А, смотри, он мне дал взамен карту мира. Таун, карта городов. Таун мап, карта города. Нет, сити. Вот она. Она здесь, смотрите, не в рюкзачке, как было, она здесь как отдельный слот, как в покемон меч и щит. Там было тоже вот так, можно было выбрать и посмотреть. Ой, какая красота. Посмотрите, как все нарисовано красиво. Даже городки прорисованы. Молодцы разрабы. Видно даже, если присоединиться, сами города. Маленькие такие миниатюрки города. Вот это озеро Акьюити еще одно. Тут острова, да, были какие-то. Iron Isle, вот Железный остров. Это что такое? На группу поддержки. Иштак, хочешь ли ты сразиться? Да, хочу. Школьник Ха Гаррисон выбирает Абру. Абру! Эй! Шестой уровень, ну давай, пистолет. Эй. Что? Я проиграл. Промазал. Блин. И что сейчас будет? Выиграл. Если бы он не промазал, все, это фиаско. Абра. Charge Beam. Луч заряда или заряженный луч. Много опыта дали. 60. 408 монет. Ага. Так, девчонка стоит. Если у нее с ней тоже битва, то надо вот так сделать. Нет, полное ХП. Пиплап должен быть отожрана. Ага. Как тебе покемон моего друга? Хочешь ли ты и со мной сразиться? Сейчас. Что-то там. Да, я хочу сразиться. У тебя тоже Абра? Тоже, блядь, Абра. Ну, ё-моё. А что делать? Шестой уровень. Давай вот это ему ударим. Да. Ну сейчас мне может так не повезти. Ну да. Вот и все, доигрался. Она себе специальную атаку раскачивает. Нет, смотри-ка. Водный пистолет решил. Девятый уровень. Хорошие статы у Пиплопа. Довольно крепок, кстати, еще на вид по статам смотрю. Ну что, подкачались, монет. Несколько монет заработали. Поэкономим банки. Клоун появился. Еще там я увидел чувака. Их не было, когда я в школу шел. Один Пиплоп. Пока один, да. Я за кадром. Потом, наверное, положу в траве, посмотрю, порыскаю, кто вообще есть.
Ну, если попадется мне так в прохождении на видео, то попробую поймать. Знаешь, что такое пакетч? Пакетч. Есть клоуны в городе. Посети их и получишь пакетч. Ну вот, я видел клоуна. Батл купон. Собрать купоны, да? Мини-квест. Покемаркет. Давай посмотрим, что тут есть. Ни хрена нужного здесь нету. По большому-то счету. Пакетч. Маленький шинксик стоит с этой ба... О! Давай купон еще один мне. Купон 3. Давай рыскать, смотреть. Так, еще один. Сколько их? Штук 5, наверное, надо этих клоунов найти-то. Купон 2. Ну это я уже за пределы города пошел. Тут, наверное, не будет никого. Нужна ли тебе старая удочка? На, дружище. Старую удочку. С ней ты можешь рыбачить. Любишь ли ты рыбалку? Я тебе покажу фокус. Если ты покемон кусает, ну, то есть... попался, да, будет значок восклицательный, тогда и тяни его. Ну, я пока не планирую ловить. Ну, попробую. Так, 3 клоуна есть. Выход из города. Выход из города. А больше и все? Собрал. Браво, браво. Давай купоны поменяем на пакетч. Ага. Так, давай проверять пакетч. Вот он. О, смотри-ка. Вычисления, делать шаги, шагомер, статус. Его можно увеличить, можно так, а вот так вовсе убрать. Хорошо, неплохо весьма. Эй, неплохой шарфик. 203 маршрут. Блин, я ее забыл вообще за тебя. О, твои уши, а, Барри, ты-то тут откуда? Старли. Ну ё-моё, ладно. У него-то тортвик. 7 уровень. Так быстро не закончится. Ага, сейчас он тортвига возьмет и каким-нибудь режущим листом меня ваншотнет. Да. Ну, если проиграю, мне как бы 9 уровень, мне проиграть не западло. Ого. Укрылся в панцирь. Защита возросла. Блять, будем бить неэффективной атакой. У меня других нет вариантов. Критический удар. Офигеть, как это смешно. Такой урон нанес. Еще и критически. Да.
Он себе защиту раскачивает. Я не пойму, если честно, зачем. Одна травяная атака и все. А, у него, видимо, нет, он толчок делает. Не лечи только его, пожалуйста. Сейчас, по идее, мой пиплап должен больше урона наносить из-за способности. Там немного. Мне реально везет два варианта у меня. Либо тупит Барри, у него Тортвик не атакует травяными атаками. Либо он у него не изучен. А не. Ну что, две атаки. Толчок и отступление типа того. Не лечи его только, пожалуйста. Вот он и проиграл. Странно, конечно. Я думал, проиграю именно я. Да уж. Опыта за Тортвига дали немерено. Пиплап 10 уровень. Да блин, ты дурак, Барри. Реально. Ты дурак. Либо Тортвиг у тебя не изучил травяную атаку. Я в шоке. Есть гим Оребург Сити, там мы и с тобой и встретимся. Оребург Сити. Да нет проблем. Я посмотрю в интернете файлы, может есть локации, да, где какие покемоны встречаются, водятся, изучу, если такое есть. Вариант, то, конечно же, я изучу и посмотрю, где кого можно поймать, и буду уже осведомлен заранее. Ну, что такое тут? Майкл. Крикетот. Сверчок, маленький жучок. Водный пистолет. Самая домашняя атака. Ой, ты что делаешь? Специальная атака снижена. Ты охренел? Вот гад, а. Зубар. Зубар. Ну ё-моё, а. Начинается. Ой, он в шоке, бедный пиплапа. Он в контузии был. Но походил, смотрите. Положился на атаку Зубата. Это замешательство, да? Контузив пиплапа. Но нифига у него не вышло. Итак, покеболчик. Ты. Тренера ПП, очки, атак покемонов можно восстановить в покемон центре. Видите, даже простейшие подсказки есть. То есть, если ты впервые начинаешь играть, ты, тебе игра помогает сама, и это хорошо, чтобы ты мать не терял здесь и не выключал игру. Час поиграл, а я не могу, я не знаю, что здесь делать. И удалил игру. Много, в основном все так и делают. Если игра незнакома, непонятна, она никак игрока не приветствует, то ее, скорее всего, не будет интересно играть. Чардж. Так, что это такое? Заряд. Он сделал заряд, специальную защиту себе поднял. Ах ты гад. А давай вот так. Мало. Что это такое он делает? Защиту снижает. Критический удар. Шинкс. 70. Очень неплохо. 11 уровень. Шарм. Выучил пиплап. Шарм? Серьезно? Что это такое? Напомни-ка мне. Пиплап, чё такое шарм? Какого хрена ты разучил его?
волшебная атака. Так. Окутывает цель. Сильно понижает стат атаки цели. Погружая в шар, блядь. Так скажем, короче. Вот и все. Ага, сейчас ты увидишь, какой покемон у меня есть. Под юбкой или где он у тебя есть? Давай покажи, Бидуф. Я не знаю, как ударение делать правильно. Бидуф или Бидуф. На этого бобрика. Четвертый уровень, это не проблема. Но зато у нее четверо. Поэтому, видимо, по балансу. Именно так распили. Блин, ох, что-то Абра. Посмотрите, она не маленькая. Абра. Тоже трехступенчатая стадия эволюции. У Абры. Малаказама. Бадью. Вообще мелкая. Посмотрите, росток какой. Рост. Рост у нас идет. Атака. Специальная атака подросла. Ты не успеешь походить. Старли. Пиплоп тащит. Ну, уровни мелкие у них. А было бы странно, если бы у него все были там 10 уровня. Я бы тут ничего не сделал. Пришлось бы кого-то еще ловить, тренировать. Тоже тренер, что ли? Покемон Джим на той стороне. На какой стороне? Ну, сам. Гим Мачоп. Привет, Канта. Мачоп, не маленький он. Посмотрим, неплохо. Ой. Лоу-кик. Ага, опыта очень прилично. Себастьян дал. Что там с деньгами? 448 монет. Так, ты что скажешь? Направляешься... За значком гемлидеру в Оренбург-Сити. Ё-моё. Мадлин. Псида. О, этот дурачок. Какого размера псидак? Ой, он здоровый, смотри какой. В три раза больше пиплопа. Эй. Что-то крепкий такой. Восьмой уровень, да, потому что. Опа. А вот это плохо. Блин, не надо контузить только. Тоже опыта прилично дали. Специальная атака, специальная защита, скорость. Хорошие статы. Оренбург, да? Подсказка тренера. Эволюцию покемона можно прекратить, нажимая кнопку B. Можно отменять эволюцию. Это я прекрасно помню. Абра. Ага. Блин, а что с тобой делать? Я думал, не добьет ее. 20 очков опыта. Это спрей. Опять Абра. Ну я не хочу ловить ее. Хотя, конечно, в перспективе Локозам это сильный чувак. Чистый психический тип, насколько я помню.
Ну да ладно. О! Бедуф. Блин, какой он крепкий. Даже абра не выдерживает. Вот на пистолет, а этот выдержал. Ну что такое? Чего ты? Я вижу, что у тебя есть пакет. Ты тренер? Новый, возможно, твой друг будет, ну, изучить ТМ. Машина по Rex Smash определен в пакет и зарегистрирован. Скрытые ходы, скрытые движения. Используйте скрытые движения ХМ пакетчи приложения. Ну. Так. Если я правильно понял, то это просто пакетч отвечает здесь за все. Этот камень можно разбить. Давай доберемся до Барибурга в этой серии тогда. И я положу в интернете, на Pokemon Database зайду, посмотрю, почитаю маленько об игре, чтобы больше понимать и примерно знать, что будет. Как в той песне: желаю знать, что будет. Вот и я тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Как он больно бьет, а? Критический удар сделал. Банку. Опять, да, током он. Электрошоком бьет. Смотри-ка, он парализовать может. И тогда очень плохо дела будут. Мало того, что паралич минус 6, по-моему, скорости дает. Так, ты еще просто можешь пропустить ход. Потому что покемон парализован. Атака крылом. Винка так. На 7 уровне. Ого. Весьма неплохо. Ну и что? 392 монетки. Так, давай не будем испытывать судьбу. Мало ли тут опять. Так, Rock Smash. Короче, ко мне дробилка. Может понизить стат атаки. У цели 40. Физический урон наносит бойцового типа. А вот и спрей. Все, пиплоп, ты готов к битве, давай, поехали. Бидуф. Какой-то он, ну, не сильный, да, этот Бидуф, но он крепок. Удивительно просто. 9 уровень. Ого. Ну давай ради разнообразия. Перекат он делает. Ой, это очень плохо. Шарм. Давай, делай. Хорошо. Атака сильно снижена. О, все, теперь можно его спокойно бить водным пистолетом. Промазал, тем более. Добей его ударом. Неплохо. Почти докачался. Давай кого-нибудь в пещере отловим. Добьем. Как раз где-то серия будет 50 минут, я думаю. Где-то так. Ну, в этой игрушке меньше серии делать смысла нет. Да, и ты за полчаса тут ни хрена не успеешь сделать. Пару-тройку боев и все. И дойти до этих самых боев. Все. Вот и полчаса. Ой, что я делал? Эй-эй-эй. Выкачал ХП. Откуда у него абсорб? У зубатых.
Даст он мне очки опыта недостающие? Да. 13 уровень. Все хорошо. Ну что, гоу. Оребург, город. Вот же он. Здесь сохранимся. Игровое время 1 час. На этом пока все. Я посмотрю, почитаю об игре побольше. Вернусь, если что, на локации, половлю кого-нибудь, если кто-то там будет интересный. И продолжим отсюда, да. Спасибо большое всем за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока.